смотри, как птицы в мёрзлые. Общество старается сохранять социальную дистанцию по отношению к психически больным. Стигма, связанная с психической болезнью, наблюдается также и у родственников больных, их семей. Утаивание им болезни и позиции удаления из-за чувства стыда приводит их к социальной изоляции. Наблюдается и такое явление, как самостигматизация. Зачастую больные имеют такое же негативное представление о психической болезни, как и люди в общей популяции. Поэтому в процессе реабилитации необходимо добиться того, чтобы у пациента сложилось правильное отношение к себе, к заболеванию и его последствиям, чтобы в дальнейшем он смог обрести контроль над болезнью и ее отдельными проявлениями. Я побежала. Надо спешить. Скоро ночь. Что вы знаете про украинскую ночь? О, украинская ночь. Куда ж ты бежишь, Русь? Отвечай. Не отвечает. О, смотрите, Гоголь идет. О, Гоголь. Эй, Гоголь, Гоголь дурачок. Гоголь дурачок. Над кем смеетесь? Над собой смеетесь? Гоголь, смотри, что покажу. Поднимите мне веки, не вижу. Не надо, да отстань. Я до вас доберусь. Я до вас, до всех доберусь. Доберешься. Мне жалко его стало. Да ладно, он же дурачок. Полиночка, поздно уже. Ты когда спать собираешься? Как завтра в школу вставать будешь? Сейчас уже иду. Встану. Ну ладно, спокойной ночи. Это, мам, спросить тебя хотела. На соседнем дворе Гоголь жил. Такой. А, дурачок местный, да, помню, да. А что с ним стало? Ну, ты знаешь, я последний раз его видела 2 года назад. Говорят, у него крыша поехала, и сын его избил. Ну, в общем, его в дурдом отдали. Избил? А Гоголь буйный, что ли, был? Да нет, не помню. Но соседей он доставал рассказами, всякими фантазиями, разговорами, криками, когда глюки у него были. Да уж. А я помню его таким безобидным. Ну, безобидный это безобидный, но... Такая обуза мало кому понравится. Ну, вообще жалко, конечно, мужика. А ты что вспомнил-то? Да просто. Ну ладно, спокойной ночи. Ну ладно, спокойненько, Полик. Гэть! Гэть! Иди отсюда! Иди отсюда, один иди домой. Любит арбуз, другой семенной хрящик. Я тебе дам семенной хрящик. Один любит арбуз, а другой семенной хрящик. Иди отсюда, иди один домой. Один любит арбуз, другой семенной хрящик. Вкусный супчик. Я насыпала туда порошок. Ты теперь у нас Гоголь. Хорошо тебе. Каждый день одно и то же. Долбанные стаи тупых подростков. Кружат, кидаются. И не любят.
не любит за все что угодно. Нельзя же нравиться сразу всем. Нельзя быть такой, как хотят все. Поправить нос, похудеть, размулеваться. Что еще? Подкачать жопу? Нельзя быть такой, как хотят все. Ненавижу! Ненавижу вас всех! Им все равно за что не любить. Стая любит нападать и клевать. Больно. 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 Нет. Теперь нет. Опять руки резала? Мне так легче. Физическая боль заменяет душевную. Она приводит меня в чувство. Давай дозировку увеличим. Ты как себя чувствуешь на хлорпротоксене? Спать хочу. Работать вообще не могу. Циклодол утром полтаблетки пьешь? Да, все равно сплю на ходу. Кстати, закончился он. Надо еще выписать. Закончился? Опять тоску циклодолом глушишь? Тоску? Не могу объяснить. Все вокруг не настоящее. А, Сергей, да, заходите. Я выписала вам рецепт на галоперидол. Ольга Павловна, когда вы меня уже вылечите? Миленький, не расстраивайтесь, пейте таблеточки, хорошо все будет. 10 лет уже пью, хорошо будет, хорошо будет. Ну потерпите, увеличьте дозировку утром на 0,5 таблетки. 10 лет увеличьте. До свидания. Вы думаете, что вы живете. Вы думаете, что все окружающее – это реальность. Нет, это все иллюзия. Реальности нет. Все не настоящее. Все абсолютно. Все, что вас окружает – это проекция ваших мыслей и желаний. На самом деле вас нет. Жизнь – это тоже иллюзорная картинка. Вы видите фильм, в который вас насильно окунули. Вам по кайфу это. А я захлебнулась. Мое тело вовсе не мое тело. Но я могу делать с ним все, что пожелаю. Я режу его вдоль и поперек, любыми острыми предметами, что попадаются под руку. Я ударяю его о ненастоящую стену. Я кусаю его своими же зубами. Не настоящими, не моими. И из этого тела течет не моя кровь. Я не верю, что вы есть. Я не верю, что я есть. Я сама себя придумала. И не могу из этой дряни вырваться. Вас нет. И меня. Нет. Нет. Я не пила таблетки 2 недели. Потом снова плохо стало. Как плохо? Объясни. Все не настоящее. Время быстро бежит. Все расплывается. И страшно. И потом трясет. Потом снова начала пить таблетки. Сплю на ходу. И это вообще проходит? Потерпи, лапонька, не подходит тебе препарат. Давай попробуем сибазон. Когда мне становится плохо, я говорю, да, давай, возьми эту беленькую феназепамку. Она даст тебе чувство спокойствия, защищенности. От чего?
Что тебе угрожает? Да, собственно, ничего страшного. Смерть? Я ее не боюсь. Боль? Я ее люблю. Жизнь? Я ее боюсь. Я от нее бегу. Но ведь нет ничего более потрясающего, чем не сдаться, не сбежать и остаться жить. Не могу сказать, что произошло, прежде чем я стала такая. Я не помню. Я помню только, что много плакала из-за злости людей. И чем больше я думала об этом, тем больнее мне становилось внутри. Стало меньше общаться и больше спать. Мысли о смерти? Да, еще есть. Причины нет. Нейролептики убирают дурные мысли. Но они же не могут влезть в твою голову и избирательно подавить их. Они просто подавляют все. Пустая голова. Это считается нормальным воздействием. Когда возникает стрессовая ситуация или томительное ожидание чего-то нехорошего, я готова свалить по натоптанной дороге в психоз. А что? Удобно. Раз и не трогать меня. Я псих, и я ничего не хочу решать. Я хочу бугагай, курлык-курлык. Но неужели я не в состоянии контролировать поток своего сознания? Я устала. Выплыла рыба и сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже 3 года соображают и не могут ничего изобрести. А еще я в газетах читал, что 2 коровы зашли в лавку и спросили себе 1 фунт чаю. Это было так соблазнительно — пойти на поводу у мира и дать ему себя всю исковеркать. Ты девочка не такая, мы хотим такую девочку, видишь? И правда, никакой разницы. А ты где? Ты где живешь? Вон за тем высоким домом, видишь? А на светофоре что стоишь? На той стороне аптека. Бинты для сердца. Они не круглые, в упаковках по 10 штук. Я тоже раньше этого не знал. А реальность, она не боль в твоей руке. И не боль в душе. Умные фразы говоришь. А что тебе самому мешало дать отпор всем тем, кто над тобой издевался? Ты уже на правильном пути. Я тогда все время думал, что вот подойди ко мне, храбрая девочка, которая прогонит хулиганов, и я сразу буду спасен. Подойдет ко мне умный человек, который тронет мою голову, прогонит все эти ужасные кошмары, и я сразу стану счастливо жить. Подойдет к тебе умная и храбрая девочка.
которая вернет тебя в реальность. И я сразу стану счастливо жить. Полин, вот это дело надо давно убрать. Ну-ка, давай. Давай вместе, давай со мной. Так. О, Булгаков. Ты так и не отдала его библиотеку? Полинка, что он еще такого написал, кроме «Мастера и Маргариты» и «Собачьего сердца»? Ну, говори. Ну, «Роковые яйца». Точно, «Роковые яйца». Точно, «Роковые яйца», молодец. Слушай, ну надо такое было написать. Это он явно был не в того, не в себе. Наверное, нормальный. Нормальный был, да? Ничего, что я у тебя здесь убираюсь? Я могу даже посмотреть. Нет уж, давай вместе. Нет. Давай. Это что? Это бабушке нужно вернуть. Надо вернуть. Ой. Полинка, ты как? Нормально. Страшно было, что... Полинка, все будет хорошо. Все получится. Грезы списались, и все как всегда не звучит.